вдесятером приехали, что ли, да? Чего? Вдесятером приехали. Возвращаться на протяжении всего матча. Готов? Лисмай готов, и я тоже. Все вместе. Oh, my God.
4 – Сандра Хансен. Номер 6 – Изабель Эдхольм. Номер 7 – Лиза Коу. Номер 11 – капитан команды Холли Мершон. Номер 12 – Индаре Мазианити. Номер 17 – Марина Баш. Номер 21 – Манде Квидревичути. Номер 23 – Тиффани Браун. Главный тренер команды Хулиан Мартинес. Тренер Микаэль Плумквист. И прямо сейчас, стоя по традиции, встречайте наш баскетбольный клуб УГК! Виктория Завьялова и Елизавета Коварова, капитан команды Ольга Артешина, Евгения Великова, Арно Торрес, Ника Барич, Елена Беглова, Диана Нолан, Наталья Виеру, Татьяна Петрушина, Латуя Сандерс и Раиса Мусина. Главный тренер Ола Флангель, тренеры Ольга Крастелева, Денис Саваскин. Добрый день, уважаемые баскетбольные болельщики. Мы приветствуем вас в Екатеринбурге на традиционном осеннем кубке УГМК, который предваряет начало большого баскетбольного года в клубном женском баскетболе. И здесь, в уральской столице, всегда собирается очень неплохой состав, пусть всего 4 команды, включая хозяек турнира. Тем не менее, частый гость здесь и постоянный поединщик «Надежда». Правда, в этом году дуэли УГМК и «Надежды» не состоится, поскольку оренбурженки проиграли свой матч «Шафрону», и венгерский клуб впервые за многолетнюю историю уже турнира много раз был в тройке, в четверке, и будет играть за первое место с победителем вот этого полуфинала, в котором УГМК встречается со шведским клубом «Юдоминей». Такое новое баскетбольное имя на карте Швеции. Симпатичная молодая команда, интернациональная. Генеральный менеджер, который когда-то играл в хоккей, что интересно. И даже в национальной хоккейной лиге выступал. Потом закончил карьеру хоккеиста, влюбился в женский баскетбол. И вот создал такой клуб, который в переводе на русский так и звучит: «Ты доминируешь». Нам приятно, что за эту команду в этом сезоне, во всяком случае, со старта этого сезона играет наша соотечественница Марина Баш, которую мы все прекрасно помним по фамилии Кузина, вышла замуж за турецкого тренера. Но вот в Турции пока трудоустройство не нашлось в этом сезоне. И Марина здесь, поближе к России, будет выступать за шведскую команду. Давайте знакомиться с нашими соперницами. Вдесятером приехали сюда шведки под руководством главного тренера испанца Хулиана Мартинеса. Даниэль Элфбо. Под третьим номером Сандра Хансен, 4-й. Изабель Эдхольм, 6-й. Немка Лиза Коу под 7-м. Фрида Модик под 10-м номером. Американка Холли Мершон, 11-й. Интера Мазионита, 12-й, Марина Баш, 17-й, еще одна литовка, Манта Квидровичути, 21-й, Тиффани Браун, 23-й, тоже из Соединенных Штатов Америки. Вот она как раз темнокожая. Так что вполне себе такой боеспособный состав, посмотрим, каков он будет в деле. У КМК пока без трех своих основных игроков. Сегодня вторые матчи серии прошли полуфинальных в женской национальной баскетбольной ассоциации. Там и Феникс Таурази, и Грайнер, и Вашингтон ММСман уступают в своих сериях, соответственно, 0-2 Миннесоте и Лос-Анджелесу. Так что вполне возможно, скоро закончится этот этап карьеры американки. Уже девушки прибудут сюда, в Екатеринбург. Минута до начала встречи. Еще раз скажу результат первого матча.
с перевесом всего в одно очко в отчаянном таком поединке. До начала сезона тяжело давался матч обеим командам, и Надежде, и Шапрону. Было много таких ярких эмоциональных моментов женских, было много ошибок, много потерь, и тем не менее Шапрон вырывает победу буквально за какие-то 50 секунд до конца. Елена Милованович, вернувшаяся в Шапрон, приносит своей команде победу. Было два шанса в концовке у Надежды спасти матч, но не получилось. У ГМК на этапе подготовки к сезону совсем недавно проводил традиционные матчи в Бельгии. Уступил бельгийским и французским чемпионам Кастер Фрейну и Вильнёв Даску. Все в борьбе, но, в общем, у чемпионов тоже есть слабые места. Мы все прекрасно знаем, как и московские армейцы совсем недавно проиграли и АЭКу, и казанскому Униксу. Идет подготовка к сезону, тем более, что не в оптимальных составах выступают команды. И мы все прекрасно знаем, как европейский баскетбол, и мужской, и женский, не то чтобы усреднился, а все команды сейчас очень подтянулись, и работа ведется большая во всех клубах. Все хотят выигрывать, не только у ГМК. Итак, стартовая пятерка хозяек: Ольга Артешина, Ника Барич, Диана Нолан, Альба Торренс и Наталья Виеру на позиции основного центрового. Пока выступает, и вот она, взрослой немкой Лизой Коп, 197 у соперницы. У ГМК будет владеть мячом в первой атаке в этом матче. Дмитрий Граненко работает для вас из Екатеринбурга. Артешина. Нолан. Нолан и Артешин. Два ветерана уральского клуба. Достойные замены им пока не находятся. Вот первое нарушение правил. Это Холли Мершон. Показывает нам 12 номер. Но свалила, по-моему, Холли Мершон. Нолан уже нашла контакт, врезавшись сейчас в Гинтера Мазианита. Но, по-моему, со спины все-таки разыгрывающая американская ее цепляла за плечо. 2 штрафных Твити реализует. Неплохо сейчас у ГМК мешает развиваться атаки шведской команды. Бедровищуте. Оп. Брауни. Нет, атаки с дальней дистанции не последует. Неплохо на ногах Ольга Артешина. 5 секунд остается. Дальше что? Дальше и здесь нашли пол. Вот такой колоритный испанец Хулиан Мартинес, тренирует шведскую команду. Наталья Виеро с блокшотом, но здесь два игрока против нее было. Ника Барич, тяжело было, уже опаздывала она к этому эпизоду, может быть, и не стоило пытаться. Да, жаль, что не удалось начать контратаку. И в итоге шведки выходят вперед. 3-2. Новый паркет американский в Дивсе. К нему, кстати, тоже надо привыкнуть. Он, конечно, более качественный, чем прежний. Но, тем не менее, новая поляна. Новые ожидания и новые трехочковые в исполнении Ольги Артешиной. Как сейчас в этом первом ее подключении. 5-3. Проход через центр, скидка. И все равно идут в трехсекундную зону шведки. Гинтера Мазианита сейчас проходом в правую сторону сравнивает счет в матче. Уходила от контакта немножко в сторону от Ольги Артешиной. Проход, и Оля на этом введении упускает мяч. Здесь тоже игра чисто.
Причем от 21 номера Манта Квадравичуте. Мячик уходит сейчас за боковую линию. Замена у нас большого игрока. Знаменитая нападающая с турецким паспортом. Латоя Сандерс. Выходит на площадку. В этом году ее подменяло в составе. Может быть, как раз вот по той причине, что уже велись переговоры с ВМК. И заранее было оговорено, что Латоя готовится к сезону, уже держа в голове вот этот непростой сезон в Евролиге. Кванитра Холлинсворт была основной центровой сборной Турции. Два натурализованных игрока, таких очень хорошего качества у турчанок. Но Сандерс на прошлом Евробаскете здорово помогала. На периметре разыграли. Твити лежит и попала прессом под пресс. Замена в команде УДРА. Субститюшен и ЮМС на площадку выходит. Еще один новичок. Да, здесь нога даже не в живот получила удар, а дернула мышцу. Вот мы видим Марину Кузину, прикрамывает, но я думаю, что ничего серьезного здесь нет. И еще один новичок у ГМК, Елена Беглова, разыгрывающая сборной России на площадке. 8-7. Шведский коллектив впереди. Хорош дриблинг. И у Ольги Артешина второй трехочковый первой четверти. 10-8. А здесь второе персональное замечание. Очень резво набрасывалась Оля на соперницу. И смотрите, новичок за новичком по очереди. Сандерс, Беглова, и вот теперь Раиса Мусина, чемпионка мира среди молодежных команд. Ее наставник Александр Ковалев тоже здесь, как всегда, помогает главному тренеру на посту в «Надежде». Фол в нападении. Неправильная постановка заслона. Давай, да, посмотрите, как седьмой номер немка поймала сейчас Беглову с нарушением правил. Высмотрел я на трибуне и Елену Пшикову, Кузьмину. Восемь на старте полуфинального матча у ГМК You Dominate. Это шведский коллектив, участвующий в кубке в этом сезоне. Раиса Мусина, только что заработавшая право на штрафные броски, встает на линию. На заднем плане протокол матча, короткий. Зрители, опоздавшие к началу нашего репортажа, могут посмотреть, как развивались события в матче. У ГМК уже был в роли догоняющих в этом поединке. Но два трехочковых Ольги Артешины сделали сейчас фаворитом этой встречи именно чемпионок России. Американка Браун с мячом проходит на заслоне Марины Баш-Кузиной и выходит на бросковую позицию. Теперь уже уралочки нарушают правила. Третье командное замечание у ГМК, но это бросковое нарушение. Ника Барич тоже получает второе замечание. И вместо славянской разыгрывающей выходит Евгения Белякова. В итоге сейчас, через 3 минуты с небольшим после начала этой встречи, у ГМК из стартовой пятерки осталась только Альба Торренс. Сейчас нам ее показали. Тиффани Браун сокращает отставание. 12-10 в пользу у ГМК.
Беглова. Сандерс на заслоне. Готова провалиться и побороться за отскок. Молодец. На спине у нее Фалит Мершоу. Американский, нет, показывают нам Кузину. Хотя, наверное, да. Но для нас, она Марина Кузина по-прежнему. Хотя, наверное, ей самой уже приятно называться по фамилии своего супруга. Марина Баш. Сандерс забрасывает один штрафной из двух. Замена. Они так похожи на самом деле, при том, что не являются ни сестрами, ни однофамилицами. Вот Хансен, блондинка, вышла под четвертым номером, заменила Мершон. Но они обе с белыми хвостиками, и одного роста, и издалека очень сложно разобраться, кто из них кто. Браун в прыжке атакует, борьба в воздухе, от Брауна уходит мяч. Сейчас самая маленькая, самая активная. Осваивают пока здесь в Екатеринбурге новую технику. В этом сезоне 10 камерами работают матчи местные телевизионщики. Фирменный проход. Хороший навес. И Мусина, как всегда, первая на щите. Еще один подбор Раи. Здесь надо уже выбрасывать. Тяжело там сражаться. Мусина фактически была MVP финального матча против американок на чемпионате мира. Атака издали неточная. Хороший обостряющий пас, но здесь внутри никого нет. Только сейчас туда пришла Кузина и Кузина Баш. Нарушение правила зоны у шведок. И с мячом Беглова. Скидка на свободную позицию. И Сандерс мажет. Свободный бросок. Тем не менее, мяч остается у ГНК. Еще 14 секунд владения. Женя Белякова поборола за этот мяч. Мусина готова к дальней атаке. Беглова забирает ближний отскок. Затяжная атака. И что здесь? Фол в нападении. К сожалению, все заканчивается не в нашу пользу. Мусина получает персональное замечание. Пятая команда у ГМК, но фолы в нападении не пробиваются. Вы знаете. Середина четверти. Все уже перебрали персональных замечаний. Браун. Центрит Баш. И очень хорошо играет против нее Женя Белякова. Отбилась. И мячик уходит от 12 номера Мазионите. Возвращается, пусть и со своими двумя персональными замечаниями, Ника Барич. Но я думаю, что при таком течении игры найдется место на площадке сегодня еще для одной чемпионки мира Виктории Завьяловой. Основной разыгрывающей нашей молодежной команды. Барич. Атакует со средней. И 15-10. Ника Барич, конечно же, гордится своими соотечественниками сборной Словении, которая на мужском Евробаскете впервые вышла в финал. Будет сражаться за золотые медали. Ника тоже очень здорово провела за свою сборную, соответственно, чемпионат Европы. Без нарушений правил. Сейчас у нее Браун выбивает мяч. Хлесткий удар. Сандерс. Тяжелая попытка. И Мусина опять молодец. Прочитала эпизод. Белякова. Еще один отскок дальний забирает у ГМК. Подборы в нашу пользу, особенно чужой щит. Абсолютно точно мы забираем сегодня.
Барич проходит одна под кольцо и... Ай-яй-яй, не получилось. Два с фолом. На два штрафных отправляется Ника. Еще один фол Мазионите. И на этой отметке за 3.44 до конца четверти перед штрафными Барич тайм-аут берет Хулиан Мартинес. В ограниченной ротации вынужден играть Хулиан Мартинес. Но вполне возможно, что это такая привычная ситуация для светского баскетбола. Если мне не изменяет память, в 2015 году клуб «Лулия», занявший тогда четвертое место, приезжал на турнир тоже с 10 игроками. Ну, понятно, в принципе, все требования, которые выдвигает сейчас Хулиан Мартинес своим подопечным. Рука на мяче, что может быть проще, да? А попробуйте исполнить. Отличное начало, отличный выход Раисы Мусиной, которая прошлый сезон с сестрой вместе играла в польском клубе «Полковицы», но все-таки сделал все возможное у ГМК, сделал предложение, от которого невозможно было отказаться. И, разумеется, это огромная ступень для профессионального роста, для Раи. Одного из ведущих форвардов российского баскетбола, молодых, и наряду с Марией Вадеевой наша главная перспектива на ближайшие годы. Ника Барич первый штрафной реализовала. Увеличивается разрыв между командами. Фолов не осталось, можно сказать. Нужно защищаться на ногах чисто. И заставляем ошибиться сейчас Браун. Дальше давление продолжается. Мусина коснулась мяча. Но еще немножко потерпеть. Посмотрите, сколько секунд отняли. Больше половины времени, отведенного на атаку. Браун неплохо сейчас на пинте, но, тем не менее, сама себя запутала. Потому что слишком много времени потратила на этот обыгрыш. Лена Беглова уже в контратаке, а у нас остается. Ну, теперь уже 15 секунд. Барич готовит. Мусина снова одна. Еще одна попытка. И вновь, к сожалению, не точно. С той же точки. Приезжала сюда Раиса в составе «Полковицы» в прошлом сезоне на Евролигу. Фол, как мы помним, все пробивается. Хансен получает персональное замечание, а отдыхать отправляется Сандерс. Возвращается Наталья Виеру. Еще одно новое лицо мы с вами не видели в составе УГМК. Ну как новое? Вернулась фактически в свой клуб Татьяна Петрушина. И тоже, думаю, поможет в этом сезоне. На кольцах яркая подсветка. Но это уже Максим Николаевич Рябков из хоккея взял это нововведение. Новый паркет, подсвеченные кольца. Все готово к началу большого сезона. Барич защищается на грани, опять же, третьего персонального замечания. Тем не менее, команда сейчас у ГМК опять сильнее обороняется. Без нарушения правил в этих последних атаках отстояли свою корзину. Хороший пас. Здорово. Здорово сыграно. И Рае, конечно же, нужно попадать. Пусть так. Пусть старым темпом. Тем не менее, настаивать на своем, не выключаться из борьбы у Раисы Мусиной это получается сегодня в этом матче. Здесь хорошая скидка, опять же, помощь на подборе от Натальи Виеру.
сколько уже подборов, это мы посмотрим обязательно в перерыве. Принесу там статистику. На чужом щите сделала только Раиса Мусина. Не получилось. Три очка в одной атаке набрать. Здесь неплохой двойной отбор. Опять же задержали. Задержали. Едва-едва на последней секунде удалось выбраться из своей зоны. Периметр почти не работает. Все передачи перекрываются на трехочковой. Белякова возвращает мяч на дугу. Барич показала, но не испугала. Здесь пас. Ах, борьбу не туда немножко. На свободный край Виеру просматривалось как-то надежнее. И соперницы обе переместились. Барич еще раз отправляется отдыхать. И вот, пожалуйста, Завьялова. Пошла набираться опыта. Справилась Мусина со стартовым волнением. И штрафную таки реализовала. Свой первый в этом матче. Второй снова вылетает. Но под нагрузками находится у ГМК. Ничего удивительного. Каких-то шероховатостей нет. 22-10. Давно шведки не проводили точную атаку. Завьялова. Здесь путь к кольцу свободен. Там оказалось за пределами паркета Раиса Мусина. Не успела подняться. 22-12. И последняя минута. Сейчас пойдет первой четверти. Мусина. Виера против Кузина. И влево сыграла здорово. Результативно. 24-12. Двукратное превосходство у ГМК. Результативная четверть. Сложный мяч на лицевой достает шведка. И передачу отдает назад. Свободная Мазианите реализует этот шанс. Мусина. Неплохая передача. И здесь Женя Белякова справляется сама со своей ошибкой. Не было, не было касания кольца. Завьяловой нужно бросать. Не докричались, не подсказали. Сейчас четыре одна десятая. Разбег. Дали провести атаку сейчас. Но промахнулась. Шведка 24-14. Ну что ж, вот мы видим, что после паузы выйдет на площадку в составе УГМК Татьяна Петрушина. У нас есть с вами возможность обсудить статистику этого поединка. 10-7 у ГМК ведет на подборе. При этом, посмотрите, из 10 подборов 8 у ГМК сделал на щите соперника. Очень заметный показатель. Из этих 8 подборов половина, 4 на счету Раисы Мусиной. Отлично. Итак,
Но чаще всех атаковала Рая в первой половине. По трехочковым попыткам 2-6 у ГМК и все два попадания на счету Артешиной. 1-1 благодаря трехочковому Холли Мершин. Из-за дуги стрелялись шведки. Три потери у ГМК, 5 у наших соперниц. И процент реализации. Пока у шведок в целом с игры чуть получше. 35-31. Еще одна новость, помимо выхода Петрушина, это сдвоенный центр. Своеобразный пробует Олаф Ланге, Наталья Виеру и Латоя Сандерс. Совсем новый состав. Давайте посмотрим, как будут выглядеть уралочки в этом сочетании. Неплохие перемещения, но пока предложить себя на хорошей бросковой позиции никто не в состоянии из шведок. И вот передача в борьбу на входящую башню. Здесь тоже не очень хорошая передача вперед. Не укротила мяч Диана Нолан. Двумя потерями обменялись. Хансон. Браун. А так, через центр такая хаотичная, незрячая. От Мершин. Сандерс обыгрывает. Обыгрывает и легкие 2 очка набирает. Где-то там внизу Мершин шлепнула ее и получила, кстати, свой 3-й фол сейчас. Холли Мершин. Проблема, да, у усеченного состава. You dominate уже Мазианита, 3 фола. Мершин столько же. Лиза Коп появляется на площадке. Сандерс. 2 плюс бонусный. Опять-таки неплохо сейчас остановили. 6 секунд отобрали. Травищутая. Хансон. Ну вот первая атака, осмысленная такая дальняя во второй четверти. И 2 ведения показывает Василий Галкин. Еще одна потеря у шведов. Пока Денис Севастьянов на этом этапе подготовки помогает Олафу Ланге, вторым тренером. Но в скором времени вы увидите еще одно знакомое лицо на тренерском мостике у ГМК. Недолго длился этот эксперимент. Виеру Сандерс вместо Натальи Виеру Ольга Артешина сейчас. Браун. Давление не на мяч, на игрока было сейчас у Тани Петрушиной. Хороший пас. Но пока выбирала себе позицию для броска, Лиза Коп подстроилась под нее. Сандерс и накрыла эту попытку. Беглова отступила к центральной линии. На заслон подняла Сандерс.
бьет со средней. Так, с тенью висящего игрока соперника на спине. Браун опять же отступила с линии штрафа. Не берет на себя инициативу. Сейчас разыграли, конечно, эту карту шведки в атаке. Но от Браун сейчас отступили два игрока у ГМК. В принципе, была свободна позиция на периметре. Но она даже не подумала об этом. Артешина не делает заброс на Большого. Пас в угол. Оля Артешина в проход в лицевую идет. Скидка и со средней дистанции Лена Беглова бьет в душку, к сожалению. Быстрая контратака. Сандерс срывает раннее нападение. You dominate. Первое персональное замечание, второе командное у ГМК. Замена и в той, и в другой команде под шестым номером Эдхольм. По-моему, впервые в этом матче появляется шестой номер шведской команды. У нас вместо Нолан Альба Торренс. Пока без набранных очков в этом матче. Альба была лидером у ГМК в бельгийских матчах. В втором поединке повздорила с арбитром против Фильнёв Даск и была удалена за два технических. Вот сейчас разгоняется в своем фирменном стиле. Атаку привела хорошую такую на половину соперника, но позиционку в итоге играем. Ну, нужно уже выводить на бросок. Сандерс атакует на плече у Бегловой Браун. Алена все видела. Опять же, имела преимущество в росте. Барич вместо Бегловой. Пьеро меняет Сандерс. Такой резвый. Широкой ротации пытается освежить игру Олаф Ланге. И, наконец-то, мы увидели проход в исполнении Альбы Торренс. 29-16. Первые два очка испанки. MVP, между прочим, прошедшего чемпионата Европы. Сборная Испании завоевала золотые медали. Заступ чисто оборонял сейчас Барич. Выдавила за лицевую 12 номера Гинтера Мазианита. У шведок еще одна молодая девушка Даниэль Элбо, 94-го года рождения, на площадке. И фол в нападении. Выписывает Маклин Натальи Виеру. Первое нарушение. Да, немножечко локотком сыграла против Манте Квидровичуте. Браун. Решилась на средний бросок. Попала через Нику Барич. Рука была, все по науке. Середина третьей четверти, 29-18. Первые турниры нового года. Это проверка на новые правила. Теперь чуть больше позволено баскетболистам. Чуть меньше пробежек будут им свистеть по новым правилам. Три секунды остается. Альбе нужно подсказать. И никто при этом не пошел на подбор, кроме Барич.
еще один фол уже в защитной позиции. Наталья Виера выписывает Василий Галкин. Это уже 4 команды по УКМК. И Олаф Ланге берет паузу для того, чтобы подсказать, как нужно защищаться прежде всего. Новая творческая программа, разумеется, и у Funny Foxes. Но ее мы не раз увидим по ходу этого сезона. Как УКМК создавал себе преимущество, но при этом и были моменты расслабления в обороне. По-прежнему самым результативным игроком УКМК остается Ольга Артешина. Вместе с Сандерс у них по 6 очков набранных, у Юдоминейт 5, у Мершон. Латоя Сандер, 6 очков, 3 подбора. Шведки в атаке, и палить фактически уже нельзя. Разыграли атаку издали. Уверенный подбор Артешина и Белякова по левому флангу. Уже на чужой половине. Вот. Привязались к Наталье Виеру. 3 фала подряд Наташа получает. 2 из них в нападении за неправильные заслоны. Но в итоге у нас сейчас вынужден выпускать Олаф Ланге Раису Мусину на 5-й номер. Петровичуте. Оля Артешина. Одна из лучших защитниц в российском баскетболе. Десятилетие, если не больше. Остановила сейчас растерявшуюся соперницу. Парич. Бросок с отклонением. Степ-бэк, так называемый. От Мусиной. Пока процент оставляет желать лучшего. Очень неплохо. Не то, что выдавливаем, а войти не даем в трехсекундную зону. Три секунды, две, проход и потеря. В трех игроков упирается сейчас Гинтер Мазионите. Оля Артешина, классно! Были варианты передачи, разбегались глаза сейчас у Лизы Коп. Кого держать там? Сосредоточилась на Мусиной, и свободной оказалась Артешина. 31-18. Вновь опережает немножко по мысли по атакующей сейчас Браун Барич. Ника не ждала вот броска именно в этот момент. Оля Артешина в лицевую, средний. Здесь опять 3 наших игрока. Лиза Коп выбралась из окружения. И свободная атака с дальней дистанции. В принципе, такие часто залетают. Здесь, похоже, фолы. Коп получает персональное замечание.
Третий фолл центровой. You dominate. Пока ничего полезного от нее в трехсекундной зоне у ГМК и, в общем, собственно, в своей You dominate не получил. 31-20. Артешина. Торренс. Отличная передача. И опять не везет. Не везет. Нет концентрации в конечной фазе. Прорыв. И соперница прощает очередной подбор Мусиной теперь в обороне. Она пытается успеть везде. Старается, во всяком случае. Барич. На этот раз Белякова выцарапывает мяч, но нужно выходить. Там трое наших. Друг другу мешали скорее, чем помогали. Барич прорывается под кольцо и обыгрывает на скорости Марину Баш. 33-20. Последние минуты первой половины. Федра Вичута. И опять втроем. Одна против трех. Быстрый отрыв исполнения у ГМК. Это еще один фирменный элемент, от которого мы немножко отвыкли в прошлом сезоне. От этих быстрых контратак. И не выдерживает, не дожидается конца первой половины. Хулиан Мартинес берет свой второй тайм-аут в первой половине. Что говорит, понятно. Не хватает пока творческой жилки какой-то в нападении, прежде всего, у шведского коллектива. Да и исполнительское мастерство явно оставляет желать лучшего. Играть еще в первой половине этой встречи. Ну, большой опыт для серебряного призера чемпионата Швеции последних трех лет. По одному владению, в принципе, осталось такому полноценному. Опять с трудом получалось сейчас мяч, даже убегая по бровке Браун. Элбоу. Вот свободная атака. Нет. Пошла в проход. Альва Торренс. Соло. В исполнении испанской нападающей. Да, последняя атака. Призывает Хулиан Мартинес подержать мяч сейчас, подготовить этот бросок. Сандер защищается против Браун. Очень здорово защищается. И в итоге в последний момент скидывает мяч Лизы Коуп, которая как будто впервые увидела. Этот предмет и совершенно не знала, что с ним делать. В итоге уверенное превосходство у ГМК по итогам первой половины. И у нас с вами перед паузой будет небольшое интервью с Ольгой Артешиной.
собирается состояться домашняя встреча хоккейного клуба «Автомобилисты». Приходи поддержать любимый клуб. Боли с нами. Боли за наших. Передаю слово под кольцову ГНК. 2 сентября мы защищали честь уральского баскетбола на празднике спорта «Гамма спорт на радуге». Бессмертный талисман баскетбольного клуба «Гамма» раздавал всем позитивные эмоции. Баскетболистки УГМК ЮО дали большой мастер-класс по баскетболу, а группа поддержки «Фанни Фокса» радовала своими танцевальными зарисовками. Было жарко, было драйвово, баскетбольно и танцевально. Давайте посмотрим, как все это прошло, и порадуемся яркому солнцу еще раз. Основная задача – это сыграться и сыграть именно в защите. Как вам новый паркет? Ой, очень замечательно, очень мягкий. Такое ощущение, что он за какой-то еще скорость продает. Я очень рада, что наконец-то здесь сделали паркет. Но еще и команды первого места в России. Спасибо. Давайте перед тем, как уйти на перерыв, посмотрим самые яркие моменты первой половины, в которой у ГМК выиграл почти по всем показателям. 20-14 на подборах. 10 из 20, ровно половина на чужом щите. Повысили процент сейчас, разбросались, провели хорошие атаки. И Альба Торренс и Ника Барич результативно завершили свое владение. Есть чему аплодировать в каких-то эпизодах. При том, что мы видим становление новой команды Олафуланге. Вот атака Барич. Ника Барич в итоге, как и Ольга Артешина, с 8 очками заканчивает первую половину. Это два самых результативных игрока. Ну а Раиса Мусина по-прежнему в борьбе. 1-7 с игры, зато 7 подборов. Очень помогли у ГМК, в том числе и в нападении. Вот одна передача на Наталью Виеру от Раисы Мусиной. Тоже здорово. В общем, очень важный на этом этапе подготовки турнир. Потом трем основным игрокам еще вливаться в эту новую картинку, которую предлагает Олафуланге. Все еще впереди. Это самое начало сезона. Новый забег на чемпионские титулы. Ну, а перерыв, и мы вернемся на паркет Дивса примерно через 10 минут. Продолжим рассказ о полуфинальном матче у ГМК Юдоминейс. Заявки принимаются до 22 сентября. Подробности в нашем... возможность отправлять смс-ки на наш номер, который высвечивается на экране. СМС-чат, господа и дамы, здравствуйте! Ну что, Лиса, Маша, готова награждать? Ну все те же уже знакомые люди. Здравствуйте, здравствуйте. Руку уже не буду, микрофон в правой руке. Мы, конечно же, вам вручаем подарки и призы, которых у вас хотят помнять, я думаю, да? Скажите, сколько магазинов с атрибутикой баскетбольного клуба УГМК вы уже открыли? В каждом матче у вас все больше и больше подарков от нашего баскетбольного клуба. Я уверен, что скоро у вас появится бизнес. Пусть малый, но бизнес. Ну что ж, всем спасибо. Конечно же, фото на память. Да, Маша, Лиз, Майк, вставайте поаккуратнее. Да, вы покажите, как здоровый бы не мог улыбнуться. Можно, конечно. Да, все, спасибо большое. Ну а прямо сейчас мы переходим к награждению ВКонтакте. Те люди, а он один единственный, я скажу вам так вот. Итак, привет, как зовут? Андрей. Андрей, что нужно сделать для того, чтобы оказаться между двумя вот этими талисманами прямо здесь и прямо сейчас? Просто проголосовать нужно или сделать репост? Репост. Все. Вот все, что нужно сделать на самом деле. Репост, вот этот вот громкоговоритель нужно нажать, и тогда у вас появится возможность получить памятный презент и подарки от баскетбольного клуба УГМК, а также памятную фотографию от нашего фотографа.
Ну что ж, и есть у нас еще, еще люди, которые сидят в социальной сети Инстаграм. Ох, одна единственная красавица, да? Привет, как зовут? Настя, сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? Ну не надо, не имей 200 друзей, имей 200 рублей и постой между двумя нашими талисманами баскетбольного клуба УГМК. Что нужно сделать для того, чтобы здесь оказаться? Тебе точно такой же вопрос. Самым лучшим болельщиком? Покажи, пожалуйста, как ты поддерживаешь наш баскетбольный клуб. А ну-ка. Вот так вот эмоционально, вот так вот радостно поддерживает Настя наш баскетбольный клуб УГМК. Ну что ж, уважаемые господа и дамы, на этом все. Вот это вот награждение закончилось. Давайте пошумим нашим победителям. И я всем желаю поучаствовать в этих интерактивах, которые идут посредством нашего экрана и во всех социальных сетях. Ну а прямо сейчас я готов передать бразды правления нашей музыкальной группе Фалии Каплан. Да, именно они будут поднимать настроение и музыкальный тонус на трибунах. Фалии Каплан, ваши аплодисменты, господа и дамы! Thank you.
Чемпионки России, баскетболистки УГМК, проводят свой первый матч в этом сезоне на родной арене в Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге на новом паркете, американском, качественном. И играют со шведским Умея Юдоминейт, выигрывают 37-20. Ситуация на подборе не подавляющая, но тем не менее то, как мы играем на чужом щите сегодня и сколько очков мы могли бы набрать вот на этих подборах в нападении, но не набрали, наверное, и 70%. Пока сегодня невезучий такой день у Раи Мусина. Она лучшая на подборе. 7 отскоков, из них 4 на чужом щите взяла. Но пока 1-7 с игры. Переживает, сражается от большого волнения. Все-таки от перехода в новую команду, от ответственности перед зрителями и так далее. Все это очень непросто. Ветеран Ольга Артешина поровну с молодыми игроками и со своими партнершами проводит времени на площадке. В прекрасной форме находится. 3 из 4 с игры, 8 очков. 3 из 3 у Ники Барич. Что касается результативных передач, то их пока, к сожалению, немного. На 11 точных атак 36% реализации тоже не идеальный показатель. Вот Ника Барич, собственно, основная разыгрывающая команда. 2 результативные передачи пока из 5 командных. И мы прекрасно понимаем, что именно на плечи Ники в этом сезоне главная ответственность по розыгрышу сваливается. И будем надеяться, что она с ней справится. У шведок, при том, что 10 игроков всего приехало, 3 баскетболистки уже на 3 персональных замечаниях.
причем три лидера. Альба Тора с вот таким проходом она завершила одну из заключительных атак первой половины. Сейчас начала с нее. 39-20, почти 20 очков преимущества упускает сейчас Мазианите. Одна из двух литовок в составе шведского клуба. Мяч за пределы площадки. Какой-то совет дружеский дал второй литовке. Манте Кведровичуте, наставник. Еще один проход. Улетает за лицевую Альба к фотографам. Хороший кадр, наверное, получился. Ни атака, ни передача как следует. Как выбиться из этой ситуации? Никак. Слабовато. Слабовато в коленках, честно говоря, Лиза Коп. Немецкая центровая. Барич. Это атака была. С одной стороны, так, на пробу пера, с другой стороны, в надежде на отскок, на который Наталья Виера сейчас не пошла. Тяжелый бросок из-под юбки Кведровичуте совершает. Не из-под своей юбки, а из-под юбки Натальи Виеру. Наташа, аккуратнее нужно быть с перемещениями. Из своих трех фолов два она получила в нападении. За неправильный заслон, но вот сейчас надо реализовать. Конечно же, здорово. Передача Толи Артешиной. Идеальная передача. Треугольничек сыграли. 41-22. Блокшот от Натальи Виеро. Два игрока в быстром отрыве и нарушает правила соперницы на Ники Барич. Если бы от кольца немножко сыграла шведка, был бы шанс, наверное. Но она пошла на сближение с Виеру. Этого делать не следовало. Марина Баш выходит на площадку, меняет Гинтера Мазианите. Штрафных, и Ника Барич становится самым результативным игроком встречи и первым игроком, который преодолел метку в 10 набранных очков. Пока Марина Башкузина без какой-то большой инициативы в этом матче. Соло в исполнении Тиффани Браун сейчас выручила американка. Ольга Артешина свободную трешку из угла. И отскок забирает здесь Браун. Ну вот шанс. Шанс у Марины. Шансище. А это уже Ольга Артешина в быстром отрыве. Передача через пол площадки. И 45-24 до 21 очка доходит преимущество у ГМК. Ника Барич с центральной линии делает эту передачу. Успевает подняться Браун, хотя проблема какая-то есть. Ее партнерши вчетвером завершают эту атаку. Но, по сути, запасной разыгрывающей и сменщицы для Тиффани Браун просто нет в составе шведского коллектива. Где тоже, в принципе, по первой половине каждый сам за себя. Всего три результативные передачи. Вот это совсем молоденькая Даниэль Элфбоу. За голеностоп держится за левый сейчас Браун. Тем временем проход. Борьба на щите. Оттирают от мяча Наталью Виеру. Неплохой пас. Быстрый отрыв, но чуть медленней передвигалась туда в нападение. Манте Кведровичуте. Вместо Виеру появляется Сандерс. Ну, молодец. Мужественно сейчас рядом с нашей комментаторской позицией
Тиффани Браун расшагивается, и в итоге все в порядке. Она уже не хромает даже. Сандерс против Коп. Средняя попытка, неточный бросок от Ники Барич. Ну и первые два очка Марины Бах. Артешина. Здорово. Разрываем сейчас защиту соперника. Средний Ольги Артешиной. Тоже в переднюю дужку приходится. Не удается поднять траекторию. Элбоу. Но вот этому игроку Лизе Куб никак не даем поднять рук. Пусть и специальным замечанием, но помешала сейчас попытка соперницы Диана Нолан. Тайм-аут. По-моему, взял Олу Фланги сейчас. Да, и прежде всего он призывает получше возвращаться в защиту. Ну вот здесь свой треугольник и шведки разыграли, как мы видим. Вот это была передача конфетки, конечно. Лучший пас пока сегодняшнего вечера. Трехочковые пока слабенько, и те, и другие. 28% у КМК, 20% у МЕА. Ну и примерное равенство, вы знаете, на средних попытках. За счет штрафных бросков нарушений много у шведок. 16-13 в первой половине пробили уралочки. И всего 3 из 3 у шведок. Чисто, кстати, у ГМК защищался. Надежно. Но вот первое очко, набранное в этом матче Лизой Куб. Забавный эпизод. Тиффани Браун рвется в бой. Говорит тренер, когда ты меня выпустишь, он говорит, нет, посиди-ка со своей ногой, передохни. Заботливый наставник, молодец. Не время рвать тельняшку на груди. Тем более, что фаворит в этом матче очевиден. Таня Петрушина проход и переваливается мяч через дужку. Первые два очка Петрушиной. 47-29. Опять-таки на одной линии пока развивается атака. Не пройти вперед, не сделать передачу. Вот сейчас свободная Кузина. Первый свой бросок совершает дальний. До этого даже не пробовала. И не оставалась на периметре одна. Артешина. Мяч улетает в аут от рук Квитровичута. Вместо Артешины Мусина Беглову меняет Барич. Барич и Беглова на первом номере в этом сезоне в составе УГМК. Расстались лисицы с Кристи Толивер. Мусина! Вторая атака. Отличный пас в разрез от Альбы. Семь очков, семь подборов. Раиса Мусина. Здесь пол Петрушины. Второе командное у ГМК. Еще до получения придерживала, как колонну у Большого театра. Марина Баш отправляется отдыхать. Мусина перехватывает.
Петрушина атакует, видит, что три игрока команды идут на подбор. Имела право абсолютно на этот бросок в раннем нападении. Молодец, Таня. 4 очка и 51-29. Плюс 22 теперь у нас, а здесь пропустили на лицевой. Забыли, не углядели за Холли Мершин. Петрушина отлично. И 2 очка с фолом от Раисы Мусиной. Взяла себя в руки. Очень уверенно и тонко играет. Здесь под кольцом. Как гвозди забивает Рая Мусин. Но вот, к сожалению, третий промах с линии штрафного броска. Есть над чем работать. Штрафные все-таки это большой хлеб. Зерна серьезных побед. 3 секунды остается у шведок. Конечно же, торопится и заряжает метров с 12 сейчас. Холли Мершин. Да, не поверила сейчас Женя Белякова. Здорово сейчас Рая отдавала. От Сандерс уходит мяч, которая боролась на подходе. На помощь в попытке остановить Элбоу. Сандерс сейчас на глазах у арбитров так плотно обхватывал соперницу. Получает персональное замечание. 4-й командный. И об этом Сандерс твердо знала, я думаю. Мусина. Дала себя обыграть сейчас. 55-41. Ну, не очень удобно отдавала сейчас Женя Белякова. В колени куда-то Сандерс этот мяч. Проход был хороший. Может быть, стоило самой взлететь. Наталья Виера выходит на площадку. И у ГМК 14 секунд еще владения. После этого аута. И средний в исполнении Сандерс. В переднюю дужку приходится. Белякова снимает со спины мяч у Мершо. Теперь можно владеть мячом до конца. Перевод. Белякова со средней. Сыграла осторожно, предельно. Арбитры нарушений правил здесь не нашли. Ну, в общем, 55-41. Было 17. Ввели по ходу этой четверти 22. Но в итоге имеем 14 перед заключительным отрезком. Шведки мобилизовались и, в общем, сумели выжать из себя, возможно, максимум на данном этапе подготовки к сезону. Напомню, что вторую четверть у ГМК выиграл 13-6. Всего 3 атаки, да, завершить баскетболистам из шведского города Умеа. Это момент еще первой четверти. Показывают нам.
4 очка подряд набирается у ГНК Татьяна Петрушина, неся свое имя надежно теперь в протокол этой встречи. Вот здесь проиграли подбор на своем щите. Из периметра пару мячей пустили. Вот этот от Elbow и сверхдальний бросок от Мерша. Ну вот почему провалились, я говорю, проиграли пару подборов, а на самом деле уже 24-22. У шведок выходит на заключительную четверть Сандра Хансен, Лиза Коп, Оля Мершан и Мажоанита Квидровичуте. У ГМК Виеро, Барич, Сандерс, Торренс и Белякова. Все-таки было касание в защите сейчас, показывает Василий Галкин. Мячик возвращает шведкам, еще 14 секунд владения у них. И точная средняя атака. Но вот как показывает практика последних поединков, в том числе в Бельгии, соответственно, и вот третий матч проводит у ГМК на моих глазах, немножко не хватает на вторую половину энергии, заряда батареек. Барич. Средняя попытка, но подбора здесь не было. Большой игрок атаковал. Сандерс немножко не успевал здесь. На отскок. Мершоу. Проходит, да. Разваливается оборона у ГМК, и мы видим с вами уже 55-45. До 10 очков сокращается преимущество уралочек. Сандерс хороший подбор забирает. За слоном опоздал Наталья Виеро. Вынуждена была отойти к центру площадки Ника Барич. Из угла бросок, и Ведровичута забирает подбор. Тут же отправляю быстрый отрыв свою соотечественницу, и на Мажоаните палит Сандерс. И это штрафные броски. И вся эта погоня происходит, замечу, без основной разыгрывающей шведского клуба Тиффани Браун, которая сидит без кроссовка и бережет свою ногу. Да, стали явно проигрывать и щит. Петровичуты проходят в пол. Получает Альба Торренс. Номер 7, номер 7, Альба Торренс. Первый фол, the first fall. Пятое, шестое очко. Манта Квидравичуте, 55-48. 7 очков от 22 преимущества остается. Четвертое персональное замечание Мажоаните получает. И ее меняет сейчас Марина Баш. Фолы были, арбитры молчат. Наталья Виеро. И
Куб получает свое четвертое персональное замечание. Вот теперь проблемы. Чуть-чуть обострить, чуть-чуть надавить. И еще раз скажу, что скамейки может сегодня You Dominate не хватить. На одном языке общаются, понятно. Марина с Ольгой. Один из двух штрафных реализовала Наталья Виеру. 56-48. Сумела уйти от погони сейчас Мершон. Пас на периметр. Промах. На наше счастье. Петрушина. И Барич издали. Не идет. Не идет с периметра. По-прежнему вот те 2-3 очковых Ольги Артешины остаются главным достижением на дуге. Хорошая диагональ. Здорово приняла мяч Альба Торренс. Не погасила скорость, добралась до кольца и делает счет 58-48. Мершон. Вновь Мершон с мячом. Бросает издали на удачу. На исходе владения. Альба Торренс одна на дуге. Рассчитывает на подбор, но он не потребовался. 61-48, и паузу вынужден брать Хулиан Мартинес. Но стоило не попасть пару своих атак и провалиться в обороне. У ГМК поактивнее заиграл. В какой-то степени немножко заснули в третьей четверти. Опустили руки. Посчитали дело сделанным. Да, 22 очка вели. Казалось бы, где 22, там и 40. Но нет. Шведки так просто не сдались. Показали характер. Проблема с фолами. Умея и Доминейт, Купы, Мажанита. По 4 персональных замечания. 3 у Мершон и Браун. Но Браун, скорее всего, не появится на площадке. В остатке этой встречи. Motion every time. Движение, движение. Движение – это жизнь, правильно? Но при этом сама Мершон осталась сейчас в запасе. Самый результативный игрок встречи. В итоге пока Холли Мершон, американка, в составе You Dominate. 14 очков. Петрович Уте. Поактивнее стали защищаться. Опять нет продвижения вперед. И дальше фол в нападении седьмому номеру. Удаление. Первое в матче. 5 персональных замечаний у Лизы Куб. И Мажаниты со своими 4 фолами выходит на позицию 5 номера. 4-го, скорее всего, а Марина Баш перемещается на 5 номер. Альба Торренс, Наталья Виеро против Баш. Попрыгал мяч подушки по задней и свалился в руки шведской защитницы. Барич, нет, не догонит мяч. В пределах площадки. 4 минуты сыграно почти. Заключительный четверть. 61-48. Немножко подняли себе нервы.
баскетболистки УГМК, но, в общем-то, после тайм-аута быстро пришли в себя. Хорошее давление от Петрушиной. 3 секунды остается. И передача прямо в руки Натальи Виеру. 2-3 идет атака. Барич доставляет мяч Петрушиной. Виеру одна. Еще одна попытка Натальи Виеру. Фол третьему номеру Даниэль Элбо. Второй перебрасывает. Первый не добросил, второй перебросил Наталью Виеру. И еще один перехват. Неуверенный в себе Хансен. Показали, кто в доме хозяин. Петрушина жалко не пошла на подбор. Опередила бы сейчас Петровичута. Была уверена, что попадет. Оля Артешина немножко опоздала в этом эпизоде, но тем не менее соперницу напугала. Барич. Подбор есть. Эх. Ошиблись сейчас в нападении. И пробежка. Пробежка у Даниэль Элбоу. Отвечает соперник ошибкой на ошибку. Беглова на первом номере вместо Барич. Торренс. Разворот в сторону кольца и с левой мажет Наталья Виеру. Получает тут же 4-е персональное замечание. 15-й, и отправляется в резерв, уступая место на площадке Лато и Сандерс. Хотя в Турции ее называют Лара Сандерс. Почему-то. Элбоу. Эдхолм вышла на концовку. Почти совсем не играла Изабель Эдхолм в этом матче. 3 минуты пока провела за 3 четверти, за 3,5. Мершон выбивает мяч Артешина. Немножко не успевает Петрушина, а здесь опять-таки никого из наших не оказалось. Все слишком вытянуто играли в обороне. Прошла передача под кольцо, и Мажонита набирает 11 очко. Мершон, нельзя было брать мяч, было бы 2 ведения. 61-50 за 3,5 минуты до развязки. Цепляет Татьяна Петрушина. 5-й фол, пробивной. Татьяна Петрушина, 4-й фол. Замена на команде ГРК. На площадку выходит Евгения Перенова, номер 5-й, на ПП. Эдхольм. Единственный игрок в составе Юдоминейт, который еще не набрал очков в матче. А теперь все игроки из ростера шведской команды отличились в этом поединке. Плюс 9. Плюс 9 – это отыгрываемая дистанция. И вновь нужно включать дополнительные обороты горно-металлургических турбин. А
Альба промахивается, но отрабатывает в обороне неплохо. Ошибка Мершон. 3 в 3. Альба завершает этот забег. 1 в 1. Обыгрывает Эдхольм. Пас на Марину Баш не проходит. Еще один забег. И два штрафных. Притормозила немножко Торренс. Высматривала передачу. Передача не проходила. В итоге Мершин получает. Даже и передачу не успевала высмотреть. По сути, остановилась так на то, чтобы поймать человека на фул. Поймала. Мершин. Четвертое персональное замечание. Альба Торренс. 14 очко. Обидчицу свою догоняет в протоколе. Второй не точно. Нестабильно у ГМК бьет штрафные в этом матче. Но Альба исправляется и с игры набирает эти два очка. Ровно 2 минуты играть. Вместо Торренс Раиса Мусина. Пять секунд. Не хватило этого времени для того, чтобы выбросить мяч из лицевой линии. Не отдашь просто так мяч. Отыгрываем назад. Беглова. Сандерс. Перевод в угол на Артешину. Здесь Мусина. И сделал передачу результативную. Тоже не нашла. Там небо, что называется, над руками Марины Баш. Обидный промах для Элбо. Главное спокойно, без травм, без ошибок довести сейчас дело до победы. Понятно, что с победы никуда не уйдет. Здорово обыгрывает соло Елена Беглова. Последние минуты сейчас пойдет. 70-52. Вновь промахивается во второй своей атаке подряд молодая Даниэль Элбо. Беглова. Сандерс на штрафные наработала в этом эпизоде. Ну что ж, на ударной ноте заканчивает у ГМК этот поединок. В итоге устанавливая на табло ту среднюю разницу, которая была на протяжении почти всей середины этой встречи. Напомню, что максимально 22 очка вели баскетболистки УГМК в этом поединке. Сейчас на табло плюс 19. И, в общем, на данном этапе именно вот такая разница между соперниками. Еще можно отобрать мяч. Опять-таки задержали на своей половине. Мусина возвращается, накрывает этот бросок. Посмотрите, как отработала здесь, на чужой лицевой. Успела вернуться на всех парах и уверенно накрыла. Делом принципа считают сейчас баскетболистку ГМК отбиться, но
Здесь уверенно сыграла на лицевой Мершин. Лиза Комарова и Завьялова. Аут в нашу пользу. 7,8 секунды. Ну да, здесь заслончик нужно поставить. Продолжаем. 6, 5, 4, 3, 2. Раиса Мусина в проход идет и набирает заключительные 2 очка в этом матче. Трудовой, хороший эпизод. Арбитры дают финальный свисток. 74-54 с перевесом в 20 очков. УКМК побеждает в первом домашнем матче сезона на именном кубке, на полуфинальном матче. И в воскресенье встретятся на этом паркете впервые в истории кубка УКМК с венгерским клубом «Шапрон». Думаю, будет интересный поединок. Роберто Иниквис в этом сезоне после «Надежды» работает с венгерским клубом. Статистика по четвертям. Мы проиграли третий игровой отрезок 21-18. Опять же скажу, это пока проблемы второй половины и неумение сохранять какую-то концентрацию на минимальной или максимальной форе начала сезона. Ну, у нас в заключении этого поединка, надеюсь, будет интервью. Пока ждем его, смотрим статистику. 46% средних показали, 25% дальние. И те, и другие попали по 3 раза из-за дуги. 6 блокшотов у ГМК, хорошая игра в обороне. И в итоге вышли на 12 результативных передач. Женя Белякова подводит итоги этого матча. Защита, а с другой стороны достаточно много пропустили. Ну да, пропустили, потому что немного расслабились. Вот, и наша защита такая агрессивная, она, конечно, провоцирует иногда и провалы. Вот, просто их случилось очень много провалов в один момент. Поэтому, ну, понятно, что это наш всего лишь третий матч, вместе всего лишь, да, до полуфинала, поэтому это нормально. То есть хорошо, что 3 четверти была хорошая защита, по 3 четверти пропустили столько много. Смотрели предыдущего соперника, которым завтра будет играть? Как вам? Смотрели. Ну, видно, что девчонки долго на сборах, видно, что у них уже более такие сыгранные команды. Видно, что уставшие, да, тоже Эфурт, тоже Шапрон. И, конечно, завтра будет сложнее немного с Шапроном, чем с этой командой был сегодня. Спасибо, удачи в финале. Спасибо. Спасибо, Женя. Мы под хайлайты этой встречи подводим итоги. Ну что ж, шведки, несмотря на поражение, все равно понравились своей самоотдачей. Например, Гинтере Мажаниты сделала дабл-дабл в этом матче. 11 очков, 11 подборов. И щит в итоге у ГМК проиграл в этом матче. Взяли чужой, но тем не менее счет по подборам 33-31. В нашей команде можно отметить Альбу Торренс, которая, опять же, своим огоньком таким внутренним завела девчонок. 16 очков набрала, свои фирменные мячи в быстрых отрывах, такие с хорошим навалом заработала. По 10 набрали Ольга Артешина, здорово помогла сегодня Ника Барич. И Раиса Мусина стала в итоге не только одним из самых результативных игроков, 11+8 и 3 результативных передачи. Больше всех отдала Рая в этом матче. Процент попадания общий 42,6. Хорошо, подправили его. Было там в районе 33 на протяжении трех четвертей встречи. Да, смотрю. В половине было 30, постепенно стал расти этот процент, 41 после третьей четверти, 43 почти в четвертой. Тем не менее, тревожные звоночки были об этих провалах. Женя Белякова так вскользь сказала. Единственные 2 очка вот нам сейчас показали
Марины Баш пока не очень нашла себя в новой команде явно. И гораздо большим лидером она может быть. Может быть, об этом пока еще не знают шведские и американские партнерши ее. И литовские в том числе. Через Марину немного атак проходит вообще. Но это хорошие два очка. Раисы Мусиной немножко не попало сегодня штрафные. И вначале много нервничал, но, понятно, обретает уже уверенность вместе с командой. Все победы большие, в том числе, в этом году еще впереди. Мы видим действительно команду, которая отработала полноценный сбор в Испании, в Плайдару, потом сыграла пару этих товарищеских матчей в Бельгии, приехала сюда. И теперь уже заключительный этап подготовки будет в Екатеринбурге. Совсем скоро состоится матч Кубка России. На питерский клуб вышли «Уралочки» и договариваются, чтобы соперник прилетел к ним сюда за счет клуба. Хотя многие девчонки из УГМК готовы слетать к себе на родину. Сейчас не Евгения Белякова. Дмитрий Граненко был с вами сегодня на первом матче полуфинала Кубка УГМК. Поздравляем хозяек с победой и до новых встреч на лучшей игре с мячом.